Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и у нас сегодня распаковка первого заказа из 16-го каталога компании Oriflame. Это самый удивительный каталог, потому что он длится всего 2 недели, и уже первая неделя практически прошла, а я только получила первый заказ, и он у меня на 160 баллов. И, кстати, уже отправила еще несколько заказов, потому что до воскресенья идет бесплатная доставка при заказе от 50 баллов, поэтому как только поступает заказ, я его сразу отправляю на склад, потому что продукцию очень быстро разбирают, и я хочу, чтобы все были довольны и все мои клиенты получили заказы вовремя. Итак, покажу, что в этом заказе у меня есть. Взяла две краски, они сейчас по 369 рублей, это цена каталога. Мой оттенок 9.0, кому нравится, можете заказывать, смело экспериментировать с цветом, краска очень классная, я ей довольна на 100%. Мне нравится цвет, мне нравится ее качество, и самое главное, мне нравится качество моих волос после окрашивания. Так, получила подарочный коктейль, это уже четвертый шаг для контроля веса, шоколадный вкус. Я брала и ванильный, но шоколадный мне понравился больше, хотя ванильный, он похож на пломбир, то есть он тоже вкусный, тоже интересный, но как-то шоколадный мне ближе. И что я отмечаю? Прекрасные результаты. Ну, во-первых, стройное тело, прекрасный метаболизм, самочувствие отличное, сытость от 5 до 6 часов, то есть совершенно спокойно, не хочется кушать, не хочется есть какую-то вкусняшку типа печенок, пироженок, там каких-то вот перекусиков таких не очень полезных, вообще не хочется, просто пью воду. Очень рекомендую попробовать. Девочки многие пишут, что они прям вот стройнеют очень здорово, уходят лишние килограммы, уходят лишние сантиметры. При этом вот самое главное, что не надо так сильно заморачиваться с приготовлением каких-то особенных блюд. Я вот просто один раз в день заменяю прием пищи на коктейль с молочком. Это просто, это быстро, очень удобно. А еще я заказала из каталога Выгода Плюс батончики, и они, по-моему, там с 50% скидкой, в районе где-то рублей 800-900 всего стоит. Я поэтому очень обрадовалась такой цене и заказала, потому что мы собираемся в поездку, и в дорогу взять с собой батончики — это вот просто обязательно. С ними точно не пропадешь, потому что это такой сытненький, хороший, вкусный перекус, и при этом не скачет гликемический индекс, и нет такого, что появились силы, а потом резко упали силы, и ходишь опять такая, да, с головокружением. Здесь мне вот батончики эти очень нравятся. У нас еще есть ягодный вкус, но не знаю, вот мне почему-то шоколадный вкус во всем больше нравится, а вот коктейли, которые у нас для перекуса, для здорового перекуса, клубничный, ванильный, шоколадный, мой любимый все-таки ванильный. Ну, я выбираю, иногда бывают разные вкусы, но ванильные у меня всегда в приоритете. Со скидкой 50% я заказала свои любимые ампулы, это, уж забыла, как называется, пептиды, сыворотка с пептидами, сейчас я вам ее покажу. Я уже несколько коробок использовала, последние коробки у меня раскупили, то, что я брала себе в запас. Вот так выглядят пептиды. Тут 7 ампул. Одну ампулу мы используем на день, утро и вечер, то есть делим напополам. Здесь есть все приспособления, чтобы ампулу вскрыть. Пипетка для того, чтобы перелить туда сыворотку и потом переносить на чистую сухую кожу под крем. Под дневной, утром, под ночной, вечером. Какой результат потрясающий, особенно видно сразу эффект по шее, потому что вот когда начинает вот идти возрастные изменения, мы сразу первое замечаем не морщины на лице, а именно вот шея как-то меняется, то есть она как-то вот, кожа более тонкая, и она становится дряблой. Вот если вы замечали, да, вот с этой сывороткой я с первого раза, вот когда я на ночь нанесла, я утром встала и сразу увидела, что у меня кожа другая стала, то есть она упругая, она как будто подтянулась, напиталась и ушла дряблость. Поэтому, девочки, этот продукт просто уникальный, как и все продукты серии Novage Procuticals, это что-то фантастическое. Вот обязательно попробуйте и можете смело использовать это как идею подарка любимым своим дорогим мамам, бабушкам, чтобы они к празднику сделали себе такую подтяжку лица без косметологов.
Так, заказала набор. Кстати, я потом думаю, ой, я вернусь, потом еще возьму несколько наборчиков таких. А у нас распродажа на сайте была с первого дня действия каталога. И вот этот набор, все три продукта: жидкое мыло, алоэ и олива, гель для душа и мыло. То есть все одной серии. Обожаю эту серию. Такой густой гель, шикарное мыло, кусочек кускового мыла. В районе 300 рублей, представляете, ну, там может быть 330, то есть это очень хорошая цена. И я когда хотела вернуться взять еще несколько наборов, уже не было, все расхватали. Очень, конечно, популярная серия, все ее любят, и она такая универсальная, что подходит и мужчинам, и женщинам, с удовольствием все могут пользоваться. Также с каталога Выгода Плюс я заказала, по-моему, вот этот крем, да, 75 миллилитров. У меня одна клиентка его так полюбила в прошлом году, этот крем был и кусочек мыла, и вот она меня брала, пока он был на складе или появлялся в распродажах. Я думаю, я ее прям обрадую, я ей подарю его на Новый год. Ну, наборчики буду собирать для клиентов и туда же вложу этот продукт. Так, заказала маску, одну разве взяла? Да, у нас тоже сейчас в каталоге на последних страничках, заметьте, идет распродажа, классные крема для рук. Я взяла, не знаю какой, по-моему, питательный я взяла, питательный и питательный. Мне очень нравится эта серия, потому что она вот хорошо насыщает кожу рук, напитывает, и можно использовать, например, после приготовления пищи, когда идет долгий контакт с водой, вот прям кожа сильно чувствует, что она стягивается. На ночь, ну, на ночь я больше люблю вот эту маску Swedish Spa, она невероятная, очень удобно, что у нее есть такая вот крышечка, которая вот так откидывается и открывается. И у этих кремов то же самое, только здесь еще есть пломба. То есть если на маске пломбы нет, просто открыли все, то здесь запломбировано, просто так не откроешь. Так, дальше. Под заказ две зубные пасты, это у меня заказала клиентка. У нас все пасты обновленные вышли, я уже попробовала с травяным комплексом и для чувствительных зубов. Вот мне для чувствительных очень понравилось, но она прям маленькая, она 75 миллилитров, а это 100 миллилитров. Я, кстати, этого не заметила в каталоге, а потом когда получила, смотрю, думаю, какая-то паста маленькая оказалась, действительно у нее другой немножко объем. Но паста мне понравилась, у меня зуб, как бы вот зубы, десны чувствительные, я не могу пользоваться жесткими щетками. Мне очень понравилась наша новая щеточка с силиконовыми такими вставками, она прям вот классная, то есть и массаж делает хороший, и очищает зубы, все прям вот, ну, очень хорошая. Так, что-то я еще тут заказала, конечно же, это смягчающие средства. Я взяла их несколько штук, вот такой оставлю себе обязательно, в прошлом году был с черникой, он очень вкусный, очень вкусно пахнет. У меня сейчас фаворит был до этого с апельсином, потом вышел с мятой, я его просто обожаю, и я очень люблю с черникой, я сейчас тоже его открою себе. И взяла тоже на подарки или кто-то будет заказывать, потому что цена всего 99 рублей, а в зиму этот продукт особенно популярный, потому что начинает все сохнуть, кутикула, вот все, губы хочется чаще мазать смягчающими средствами, я не знаю, локти, пятки, вот все, что сохнет. Даже я иногда делаю как маску на лицо на ночь, наношу смягчающее средство, даю ему впитаться немножко и прям с ним ложусь спать, а утром кожа такая мягкая, интересная. Вот попробуйте, очень хорошо напитывает кожу. Не пробовали? Очень рекомендую. Так, заказали у меня два кусочка мыла, они идут у нас тоже по акции, если брать два, то выгодная цена. И тоже я подумала, как мне подходит под кофточку цвет, подумала, ну, я в следующий заказ закажу себе несколько кусочков, наберу прям разных, чтобы и на подарки, и так вот комбинировать подарки, например, наборы делать, кремы, мыло, вот по цветам я так люблю собирать все, например, смягчашку, мыло, крем, вот такие вот подарочки, я их комбинирую по цветам, по смыслу, чтобы они подходили. Захожу делать заказ, это мыло уже расхватали. Я взяла несколько кусочков спа и Botanicals, тоже очень люблю эти все мыла, но это такое необычное, в такой красивой коробке, сам кусочек мыла очень красивый.
Так, у меня заказали тональную основу с пребиотической сывороткой. Какая она шикарная, девочки. Вот я сегодня, у меня цвет ванильный, я сегодня ее первый раз, ну, только начала ей пользоваться, новый флакончик открыла. Это вот такое наслаждение. Я хотела открыть стойкую тональную основу The One, но вот я не знаю, я вот просто смотрю на этот тюбик, он такой красивый. Сейчас я вам покажу, если получится аккуратно коробочку открыть. Смотрите, как это красиво. Вот просто берешь в руки такой флакончик, это крышечка. Вот мне нравится, как бы эстетическое удовольствие получаю. И решила, что буду ей пользоваться, а потом открою ту стойку. Просто стойка мне нравится, что она как бы очень хорошо тоже лежит для зимы, не пачкает так сильно воротник у пуховика. Но я думаю, что это тоже будет классно. Так, это у меня заказали. И что-то это еще не все. Сейчас будете смеяться, да? Но тут не до смеха, потому что тушь 5 в одном XXL всего за 219 рублей. Я считаю, что это роскошная стоимость. Ой, как у меня много. Должно быть 20 штук примерно. Ну, 20, может, 21. Я точно не помню, сколько я заказывала. Эта тушь, она уже стала легендой. Ее все спрашивают, все ее любят. И кто один раз попробовал, вот просто уже, знаете, вот как бы... Эта тушь как эталон. Она подходит всем практически. Я не могу сказать, что прям всем-всем на 100%. Конечно же, есть люди, которым она не подойдет, не понравится. У каждой из нас свои предпочтения. Разные реснички. Кому-то нужно больше объема. Кто-то любит пушистые мягкие кисточки. А здесь кисточка... не пушистая, не мягкая, но она так классно, смотрите, укладывает реснички, укладывает их веером, с подгибом, с длиной и с объемом. Я обожаю эту тушь, и у меня девочки заказывают по 3, по 5 штук, а когда вот она с такой скидкой, то, конечно, выгодно лучше сразу взять, несколько штук положить. Она свеженькая, она будет лежать совершенно спокойно. Сейчас попробую найти дату. Обычно где-то вот... вот, ой, как меленькая, даже не увижу, до 24 года, до августа 24 года, представляете? Она запечатанная, пусть лежит. Я тушь меняю каждые 2-3 месяца максимум. Я беру новую тушь, во-первых, потому что уже заканчивается, нет такого вот объема и такой вот эластичности в туше. Во-вторых, просто это уже не полезно для глаз, а у меня глаза чувствительные, и если в туше что-то там заведется, то это будет очень нехорошо. Поэтому 2 месяца, можно следующую брать, следующую, а за такую стоимость как бы и не жалко менять. У меня есть девчонки знакомые, они туши по 1500-2000 покупают, и когда я им даю попробовать наши 5 в 1, они потом переходят на нее и говорят: почему ты раньше не говорила, я за 1500 2 года буду пользоваться твоей тушью. Так, и здесь еще не все. Я себе заказала мои любимые шикарные тени Refill, оттенок нюдовый, 33-687. Вот Refill приходит в таких пластиковых коробочках, я потом просто открываю и перекладываю в палетку. У меня просто мои практически закончились, а это такой нужный цвет, он просто идеальный, он для того, чтобы под бровью тут вот проложить, да, вот такой вот красивый тон, чтобы смягчить резкие границы, чтобы макияж получился идеальный. Вот эти тени, они бывают, ну, просто незаменимые, тем более здесь их много. Я, наверное, 2 года ими пользовалась, 2,28 грамма, представляете? Это очень хороший объем. Так, у меня тут еще куча пробников. Я, честно говоря, не знаю, за что мне их положили. Тут пробники кремов, помады, возможно за красивые глазки, а скорее всего, наверное, я что-то заказала из каталога, может быть, Выгода Плюс, и мне добавили, да, скорее всего, на какую-то сумму там нужно брать, и мне добавили пробнички. Ух ты, как раз ароматов, которые и помады, и кремики. Я их подарю просто клиентам, добавлю в заказики, я кидаю. Если заказ совсем маленький, например, одну тушь заказали, ну, логично, да, хотя бы пробничек положить. Ну вот хоть что-то, чтобы у человека осталось приятное послевкусие от общения, почувствовали вот признание, какое-то вот внимание, заботу.
Это очень важно, ребят. И вот не жалейте, не скупитесь, да, вот больше дарить теплоты и внимания людям, чтобы они были с вами уже навсегда. И на обзор, я же официальный обозреватель компании Oriflame, мне прислали новинки уже из 17-го каталога. Это пена для ванной, такой прикольный дизайн. Сама форма бутылочки у нас уже была, здесь просто вот такая наклейка уютная, домики, печеньки, 300 миллилитров объем. Я уже нюхала, во-первых, я каталог когда понюхала, я уже влюбилась в аромат. Это аромат Нового года, пряности, корица, все такое вкусненькое, прямо тут прям выпечка, да, так вот пахнет вкусно. Мне прислали гель вот в таком обновленном дизайне к Новому году, серию Discovery. У нас всегда наряжают какую-то новую одежку, и мы видим, что здесь шарики в тон цвета самого геля. Гель, кстати, замечательный. И мне прислали тушь, новинку, гипнотик. Тушь гипнотика — это тушь, которая делает взгляд таким вау-вау. Давайте мы ее посмотрим, потому что все остальное как бы нам очевидно и понятно, а вот тушь, наверное, интересно уже посмотреть вблизи. А затем я запишу отдельный видеоролик, как эта тушь работает, я накрашу прям на видео реснички, и вы посмотрите, как она будет лежать. И, конечно же, скажу свой отзыв, поносив ее несколько дней. Ну что, давайте пробовать тушь. Тушь у нас запечатанная, поэтому я аккуратненько ее сейчас скрою. Тут есть такая вставочка, и мы просто тянем, оп, и открыли. Раздели тушь, и какая кисточка. Кстати, кисть немножечко похожа на тушь в серии Giordani Gold, только она с одной стороны, видите, с двух сторон плоская, тут нет практически щетинок, а с других сторон есть большие щетинки как раз. Угу. Так, и попробуем ее, какой цвет, черный. Да, черный хороший цвет. Вот она такая. Ну, конечно, нужно пробовать будет на глазках. Скоро будет видео. Вот такой у нас получился обзор моего первого заказа. Если успею все получить, запишем и последующие все новинки, обновки. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам прямо классно, динамично пройти этот 16-й каталог. Всего 2 недели, но зато сколько всего интересного, сколько скидок, акций, классных предложений. И я вам желаю всем удачи и отличного настроения, и, конечно, крепкого здоровья. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!